В Минской области во время осенних каникул работает более 300 школьных лагерей. В них пройдут оздоровление около 10 тысяч ребят. В каждом районе для детей подготовлена насыщенная программа. Так, в Копольской средней школе номер 2 имени Тишки Гартнова проводятся как развлекательные, так и познавательные мероприятия. Это тематические экскурсии, патриотические игры. Ребята повторяют ПДД в игровой форме, а еще участвуют в спартакиадах. Мы в лагере проводили много разных кружков. Мы ходили в ЦДТ, занимались, проходили всякие тесты, занятия. Я каждый год с первого класса посещала школьный лагерь. Здесь очень интересно. Тут каждый день можно ходить на разные кружки, играть, веселиться. Ребятам нравится посещать лагерь, нравится то, что организовывается в лагере. У нас 4 раза в год организовывается лагерь с дневным пребыванием. И из года в год это количество только увеличивается. Школьники участвуют и в экологических проектах. Так, благодаря акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» ребята учатся не только сохранять планету, но и помогать нуждающимся в лечении детям.